Секретариат новой парламентской сессии в КНР рассмотрел более 8 тысяч предложений. Китай упростил визовый режим с Бразилией. Оживление туристической индустрии Поднебесной поможет восстановить глобальный рынок. В Управлении валютного контроля КНР отметили положительное сальдо счета текущих операций страны. Российские компании высоко оценивают китайское оборудование. В регионе Большого залива развивается благоприятная среда для научных проектов. Во внутренней Монголии состоялись национальные соревнования по шорт-треку. В провинции Хэбэй проходит хоккейный турнир между юношескими командами России и КНР. Национальный музей Китая проводит тематическую выставку в честь Года дракона. Всекитайское собрание народных представителей 14-го созыва готовится к началу своего второго политического сезона. Секретариат новой парламентской сессии уже рассмотрел 271 законодательную инициативу и более 8 тысяч предложений, которые поступили от депутатов и делегаций прошлой весной. Депутаты вносят предложения по всем направлениям своей работы. В этих инициативах видна надежда людей на лучшую жизнь. Новая сессия Всекитайского собрания народных представителей откроется 5 марта. Поднебесная начала выдавать жителям Бразилии многократные десятилетние визы для деловых поездок, туризма и посещения родственников. Такие же возможности южноамериканская страна предложила гражданам КНР. Два государства упростили визовый режим к 50-летнему юбилею дипломатических отношений. Этот шаг поможет укрепить двусторонние связи в сферах бизнеса и туризма. В прошлом году Бразилию посетило около 40 тысяч китайских путешественников, но это далеко не предел. До пандемии туристический поток был значительно более интенсивным. Туристический бум в Поднебесной может стать стимулом для развития мировой индустрии путешествий. С таким заявлением о перспективах отрасли выступила Мао Нин, официальный представитель МИД КНР. Во время праздника весны китайские туристы потратили на путешествия более 630 миллиардов юаней. Это почти на 8% больше, чем в новогодний сезон последнего допандемийного года. По прогнозам Всемирной туристской организации ООН, въездной и выездной туризм в Китае ускорит темпы восстановления в нынешнем году. Эксперты считают, что это оживит рынок путешествий во всем мире. Мао Нин добавила, что Пекин продолжит стимулировать международные обмены, продвигать открытость и способствовать глобальному развитию. В Управлении валютного контроля КНР сообщили, что положительное сальдо счета текущих операций Китая в прошлом году составило 264 миллиарда долларов или около 1,5% ВВП. Профицит торговли товарами в прошлом году составил 608 миллиардов долларов. По мнению специалистов, свидетельством того, что иностранные инвесторы и дальше намерены вести бизнес в Китае и размещать свои активы в юанях, служит приток иностранных инвестиций в КНР и увеличение объема инвестиций из-за рубежа на внутреннем рынке ценных бумаг. По словам официального представителя Управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, благодаря восстановлению экономики внешняя торговля страны в прошлом году набирала обороты, поддерживая относительно большой профицит счета текущих операций. Российские промышленники высоко оценивают китайское оборудование. Так, на Хабаровском заводе крупнопанельного домостроения, который обеспечивает Дальний Восток России материалами для строительства жилых высоток и социальных объектов, почти 50% всего оборудования из КНР. Модернизация завода началась 3 года назад. За это время производительность предприятия выросла почти в 2 раза. При этом трудоемкую ручную работу заменили на высокотехнологичную. С 2021 года мы еще ни один ремонт не проводили, да, там. Ну, понятно, что мы меняли расходные материалы какие-то, да. Ну, вот основная часть оборудования, они вот работают безотказно. Сейчас в Хабаровском аэропорту полным ходом идет строительство международного терминала. Здесь планируют использовать высококачественное китайское оборудование. Это системы видеонаблюдения, телетрапы, лифты, эскалаторы, радиосвязь, аппараты для досмотра грузов, багажа и ручной клади.
А в этом цехе производят сувенирные материалы, которые востребованы по всей России. На протяжении 17 лет здесь работают только на китайском оборудовании. По мере износа станки заменяют на более современные и, конечно, расширяют производственную линейку. К примеру, сейчас сотрудники осваивают новое направление – ПВХ и силиконовое литье. Руководство Хабаровского завода строительной керамики для работы предприятия также выбирает китайское оборудование. Надежность производителя из Поднебесной здесь подтвердил 10-летний опыт эксплуатации основной выпускающей линии. Прежде всего, эта линия была выбрана из-за критерий цена-качество, удобная логистика, ну и товаро-транспортный оборот с Китая. Эта линия рассчитана на выпуск керамического кирпича до 100 тысяч в сутки и 30 миллионов штук в год. Благодаря качеству и надежности китайской продукции все больше крупных российских компаний выбирают для модернизации производства технику из Поднебесной. Китайские власти активно развивают городскую агломерацию в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Это способствует не только экономической интеграции, но и научному прогрессу. Профессор Чэнь Гокай – эксперт по стволовым клеткам. Он часто проходит через пропускной пункт на границе между регионами, чтобы попасть из университета Макао в его подразделение в соседней провинции Гуандун. Расстояние небольшое – около 10 минут пешком. Я хожу туда и обратно почти каждый день. Сейчас это довольно удобно. Сначала веду занятия в университете Макао, потом захожу в Джухайский институт. Здесь я участвую в административной работе, научных исследованиях и экспериментах. Власти провинции Гуандун и специального административного района Макао поддерживают Джухайский научно-исследовательский технологический институт совместными усилиями. Одна из главных задач учреждения – содействовать коммуникациям между университетом Макао и местами внедрения его разработок. В Джухайском институте моя команда занимается исследованиями стволовых клеток. Мы хотим, чтобы наши искусственно выращенные клетки кожи начали использовать для пересадки пациентам и тестирования косметики. Надеемся за ближайшие 2-3 года найти партнеров, чтобы воплотить этот план в жизнь. Ученые Макао проводят перспективные исследования и в других областях, в их числе технологии умного города, традиционная китайская медицина и интегральные схемы. Опираясь на возможности Джухайского института, создатели инноваций могут выйти на обширный рынок континентального Китая. Если мы ограничим нашу работу территорией Макао, нам будет доступно меньше оборудования и возможностей применения технологий. В континентальном Китае высокий спрос на инновации в науке и промышленности. Специальный экономический район Хэньцинь, где работает Джухайский институт, планирует и дальше расширять сотрудничество с Макао. Это даст новый толчок развитию региона. В Китае подвели итоги соревнований по шорт-треку, которые состоялись в рамках 14-х национальных зимних игр. В мужской эстафете на 1500 метров конькобежец Линь Сяодзюнь из команды провинции Хэйлунцзян получил от судьи желтую карточку. Спортсмен нарушил правила, бросив на площадку шлем и очки. Команда Хэйлунцзяна во время соревнований потеряла еще одного игрока. Люй Сючен получил травму и выбыл. Команде провинции Цзилинь повезло больше. Их конькобежец Сунь Лун выиграл золотые медали на дистанциях 1000 и 5000 метров, а также в эстафете на 1500 метров. Я шаг за шагом иду к своей цели, и каждое соревнование для меня очень важно. Надеюсь, что в будущем смогу также хорошо выступить и на состязаниях мирового уровня. У команды провинции Хэйлунцзян на 14-х национальных зимних играх были и заметные успехи. Спортсменки выиграли эстафету на 3000 метров. Мы выиграли нашу финальную битву, и это нас очень воодушевило. Все спортсмены проделали отличную работу и показали свои сильные стороны. Соревнования с участием талантливых спортсменов для зрителей стали настоящим шоу. Национальные игры продлятся до 27 февраля. В них принимают участие более 3000 спортсменов со всего Китая. В городском округе Таншань провинции Хэбэй проходит юношеский хоккейный турнир между Россией и Китаем. Нашу страну на соревнованиях представляют команды из Уссурийска и Читы, а КНР – 19 команд из района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и городов Чанчунь и Харбин.
Я занимаюсь хоккеем больше 4 лет. Участвовал во многих турнирах, однако с ребятами из России соревнуюсь впервые. Хочу на турнире продемонстрировать должный уровень игры. У нас в Бусурис тоже приезжают китайцы играть в хоккей тоже. И старшие, и взрослые, и младшие приезжают. Но это очень часто у нас сейчас. Границы открыли, и очень часто у нас турниры проходят. Хоккейный турнир проходит в 4 возрастных группах – 6, 8, 10 и 12 лет. Главной его целью стало укрепление сотрудничества в области спорта между Россией и Китаем. Картины и каллиграфия, изделия из дерева, бронзы, драгоценных металлов, нефрита и фарфора. Более 200 артефактов выставил Национальный музей Китая в честь праздника весны. 90% из них публика увидела впервые. Экспозицию объединяет общая тема – Новый год под покровительством дракона. Мифического ящера изображает и главный экспонат выставки – темно-зеленая скульптура высотой 26 сантиметров и возрастом примерно 6 тысяч лет. Это самый крупный и ценный нефритовый артефакт древнекитайской культуры хуншань. У этого дракона прямые уши и большие круглые глаза, как у медведя. Вытянутая свиная морда, изогнутое змеиное тело и хвост. Иногда посетители говорят, что он напоминает человеческий эмбрион или личинку насекомого. Этот образ можно трактовать как символ перемен или возрождения. Дракон всегда был важным образом для китайской цивилизации. Археологи находили его изображение на гадальных костях местных первобытных племен и в древнем городе Инсюй провинции Хэнань. Один из самых интересных драконьих артефактов – церемониальный сосуд времен династии Шан, который также вошел в праздничную экспозицию Национального музея Китая. Эксперты уверены, что это не просто предмет декоративного искусства. По бокам сосуда мы видим двух разных персонажей. Но если посмотреть под определенным углом, их изображения сольются в морду зверя. В древности такую символику использовали в религиозных обрядах для общения с высшими силами. В традиционной китайской культуре дракон – символ благополучия, удачи, силы и процветания. Он часто становился героем популярных сказок и легенд. Современные жители Поднебесной продолжают с почтением относиться к мифическому животному и до сих пор считают его национальным символом.